Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Oxygen Not Included. Кстати, у нас чуть Жека не сдох. А что они так обходят, если... А, вот, да, уголек. Все, мы сделали в прошлой серии очень много. Мы почти что, ну, не до нуля, но до двадцаточки понизили стресс наших всех подопечных. Мы их отпускаем, откидываем, так сказать, постоянно вниз, когда это только у меня возможно, да. И в этой серии что у меня, какие планы? Да, мы добыли очень много угля, это, кстати, очень хорошо. Потому что, кстати, я могу, когда мне чисто интересно... А где у нас... Ага, вот, containment ore. А есть у нас containment... Вы знаете, что мы сделаем очень хитро. Мы очень хитро сейчас сделаем. Мы поставим вот такую штучку. Вот здесь. Приоритетик ей, наверное, на девяточку поставим, да? И мы возле него поставим... то есть он будет у нас собирать только оксилит и уголь. Только... У нас 8000 угля, кстати, достаточно много. И у нас очень мало, я смотрю так... зато вот у нас очень много гидрогена. Гидрогенчик у нас подъехал, хорошо. И мы здесь вот добудем гидрогенчик. Вот так, на 4. И к нему лесенку проведем, да? Нет, даже не лесенку, мы сделаем на 9. Наверное, вот так. Я же правильно понимаю? А, две помпы поставим. Или три помпы лучше поставим. Нет, чтобы газ проходил. Наверное, чтобы газ лучше проходил здесь. Вот эту штуку. Вот это. Да, 3, 4. Вот так. Угу. Здесь поставим лесенку, которую делаем из песка. Вот так примерно сделаем. И вот еще мы сделаем, конечно же, вот. Так, и отменим... Нет, слушай, тут песок сломается, куча всего посыпается, это мне нафиг не нужно. Отменяем вот эти две, вот это, примерно так, наверное, это будет все выглядеть. Вот, а там сверху помпы поставим, и мы будем откачивать этот гидроген. Надеюсь, он работает именно так, как я думаю. Может, слушай, может даже ниже поставим. Или ладно. Гидроген, наверное, же будет именно подходить вот в угол сюда. Но это не точно... Будет ли он так работать? О, а сюда ставим вот эту штуку, ор. Да, теперь он собирает только это. Замечательно, я считаю. Я считаю, превосходно. Но это не точно. Так, что у нас там? 22%. Кто стрессует? У Виталия скоро заменим на Жеку. Не надо им стрессовать, не надо. Виталия, почти. Давайте вы это все ставьте. Кстати, я могу сразу вот эти помпы поставить, да? У нас помпы будут откачивать нужную нам вещь. Это... И, наверное... Слушай, наверное, вот эту штуку электрическую. И у нас не хватает raw metal мы добудем, наверное, копаясь вот сюда. Да, ну, короче, вот это мне все построить сначала. Давайте девяточку поставим. Ой, девяточку, ну что ты творишь-то? Девяточку мне это ставь, конечно же. Все, давайте. О, кто? Виталия, замечательно. Виталию меняем на Жеку. Жека, иди отдыхай. Ты заслужил отдыха. Тебе нужен отдых. Тебе дичь как нужен отдых. Так, отменяем у Жеки всю работу. И Виталию, давай, работай. Выручи Жеку, разочек. Ну, разочек. Маха, что у нас там с Махой там? Маха почти избавился от стресса. Никита немножечко стрессует. Вот как только у нас... Короче, один, как минимум, должен у нас всегда быть на отдыхе, да? Я так понимаю. Как минимум один. Как только один освобождается, следующего туда. Вот так будем мы. Никогда всех вместе не будем. Короче, не пустуют, в любом случае, не пустуют столы у нас. Пущай, не пустуют они, да? Одного на еду надо, кстати, поставить. Потому что у нас что-то с едой... Или они и так будут это делать? Ну, кушают. Довольны тем, что они кушают, да? Алгей у нас подкатил немножечко килограммов. Нормально. Очень много лишнего у нас, конечно, пооставалось, но да ладно. Жалко, знаете что? Жалко, нельзя выделить, допустим, трубу и уничтожить всю. Конкретно трубу. Было бы, как по мне, поинтереснее. Что у нас с гидрогеном? Гидроген как раз набирается там, где у нас он нужен. Это замечательно. Тут будет собираться гидроген, я его отсюда буду выкачивать. Да? Да. Считаю это хорошо. Надо бы вот это еще, кстати, уничтожить. Было бы замечательненько.
Потому что я... как называется? Короче, не достаю до этой штуки. Так, это они сейчас построят. Опа-опа, айдл, айдл, кто? Кто? Маха? Маха, все. А кто самый струсный? Никита. Никита, Никита идет сюда. Никита, Никита, Никита. И Махи включаем все. Замечательно. Вот, смотри. У нас здесь уже аж голубой воздух. Вот эту штуку из-за того, что у нас... Так, отменяем. Из-за того, что у нас не так уж и много воды, отключаем ее пока. И у нас как, на какое-то время достаточно долго будет голубой воздух. Она, знаешь, так... Вот, ну, ты видишь, да? Здесь синий, а здесь вот аж голубой. Это хорошо, это очень замечательно. Так, это все ставим. Кто? Жека, все хорошо, шикарно. Леха, ну Леха работает. Тогда давайте, наверное, ну один у нас как раз таки будет. Жека, давай работай в полном, в поте лица. Один, вот. Как только Никита закончил, туда. Кстати, вам можно включить немножко душ, да? Покупайтесь там по одному. Все у вас будет хорошо. Ты мне пукаешь, да? Нормально. Достроили? Вот, молодцы, умнички мои. Давайте, теперь за вами задачка только одна стоит. Вы должны мне вот так сделать, вот так. И прокопаться аж сюда. Мне безумно нужен бличстоун. Вот просто дичь как необходим. А еще, наверное, лучше бы вот так сделать, потому что газ будет опускаться. И я вот так хочу сделать. Точнее, подниматься. Мне кажется, вот этот желтый, если я не ошибаюсь, хлорин, он поднимается вверх. По идее, должен подниматься вверх. Но это, как говорится, не точно. Да? Это, как говорится, не точно. Так, ну водица идет пока что. Пущай они там моются. Они пошли мыться. Замечательно, замечательно. Давайте, работайте, работайте. Потом, когда мы тут разберемся с хлорином и так далее, пособираем все вот эти вещи, чтобы они просто так не валялись. Все, они мне потихонечку вниз спускают. У меня, кстати, по идее, должно хватать теперь на трубы и так далее, да? Мы можем... не трубы, точнее, вот эту штуку. Я хочу поставить здесь, чтобы она... Это что у нас? А тут у нас все хорошо, да? Так, эту штуку мы ставим здесь. И от нее электричество у нас есть. А вот трубы... Мне же надо, кстати, вот такие трубы, по идее. Да, мы можем, наверное, вот так как-нибудь провести... По идее, да, да? По идее, так. И электричество к ним. Сюда. 600. Вот этого 600. Это gold. Слушай, а мне хватит вообще, не? Будем надеяться, что хватит. Так, и не хватило чуть-чуть. Так. Эй, все. Улучшаем это до девяточки. Я надеюсь, мне хватит. Так, понеслась. Опа, 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 опа. Кто у нас меньше всего стрессует? Никита. Никита, давай-ка ты будешь немножечко у нас готовить. Только ты и никто другой. Да и будешь, собственно, только этим заниматься. А, Никита, да. Кто у нас больше всего? Виталя. Виталь, давай-ка ты у нас немножко отдохнешь. Один всегда должен отдыхать. Наверное, давайте возьмем это как за правило. Один всегда отдыхает. Виталя, я тебе разрешаю, отдыхай. Давайте проведем эту штуку. Пущай, он высасывает, понимаете? Мне даже не только нужен кислород, электроэнергия, сколько мне нужно высасывать вот этот гидроген. Ну ибо нафиг он нам здесь вообще сдался возле кровати. А он всегда поднимается, как вы видите, вверх. Гидрогенчик-то наш. Всегда поднимается вверх. А тут, кстати, может не хватать какого-то Iron Ore. Если не будет хватать, мы его заменим чем-нибудь. Но главное, да. Леха. Ну, как только Виталия, да, мы Леху. Ну, самого стрессующего, короче, поставим. Нормально, нормально. Будет хватать, я думаю. Я, по крайней мере, надеюсь. Алгея, 1000 килограмм. Коал. Да нормально, хватает у нас все. Оп-оп-оп. Подобирала, подобрали, подобрали. Даже вот это айрон. Это айрон, шикарно. Давайте, работайте. Верю я в нас. Мне что-то, знаете, немножечко скилл апдейт. Не апдейт, а, короче, получили новый скилл.
Что-то мне кажется, у меня что-то у нас получается, не? Кто-то на еде должен быть, нет? Да, Никита у нас на еде. Никита, давай. Одного даже человека на шестерых, кстати, более чем. Более чем. Давайте, работайте. Вот это, кстати, можете уничтожить, если вдруг захотите. Ну, я не настаиваю, но как бы это нафиг нам нужно, да? Так, так, так. Почти что. Я просто ставил, помню, я для себя немножечко играл, помню, ставил вот этот гидроген, гидрогенный генератор и один насос. Очень мало. Очень дичь, как мало было, получается, этого. Тут даже желтенький уже немножко появляется. Очень было дичь, как мало мне ему напора. Возможно, я ошибаюсь, и даже трех будет мало. А возможно, мне придется, знаете, что сделать? Пускать их по разным трубам. Я не знаю, как это работает немножко, но попробуем просто выкачать, по крайней мере. Опа, 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 кто? Виталий. Вместо Виталия идет Леха у нас. Леха отдыхает. Один всегда должен отдыхать. Возьмем себе это за правило. Главное не забывать это правило, потому что это же я. И это мои товарищи, которые не хотят идти и... Кто, кто, кто? Господи, кто? Никита? А что у Никиты там? А, ну у Никита он есть, готовит. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вообще, электричества же нету. Ну, нормально. Еда у нас вроде 14 косарей есть пока что. Ага, у нас кончился... Тогда мы знаете, что сделаем? Пока семерочка это все. Даже у нас тут не ставим пятерочку. Смотрю, это вообще не очень. И мне вот... Тут уже девяточка у нас, да? Да, девяточка, хорошо. Давайте остальным занимайтесь, пока это в приоритете, как говорится, да? Во, пошло электричество. Это ж, кстати, гранит, обсидиан и так далее, да? Так что нормально. Во, смотри, ресурсы резко появились. Ха. Скиллы. Докопайтесь, мне надо бриджстоун этот. 37. У кого 37, кстати? У Эльвира, да? Поднимается пока. Ну, Леху добьем до нуля. Эльвиру заменим. Или можем прямо сейчас его поставить. Почему бы и нет? Нам не слишком нужно сейчас много людей так-то, по сути. Так что да. Поднимается начинает, но ничего. Ничего. Мы справимся. Я практически в этом уверен, что мы в этом справимся. Но вода, конечно, кончается. Единственный кончаемый ресурс, который здесь никак не восстанавливается, это вода... Это грустно. А бличстоун, спросите, зачем тебе, Жека, бличстоун? Бличстоун, на самом деле, очень важный ресурс, и он нам нужен для вот этой штуки. Он нам дико нужен для этой штуки. Данная штука, так сказать, моет нам руки. А у них есть параметр такой, dirty hands. Видите? Грязные ручки. А душа от этого спасает, но проблема в душе, что он тратит дико много воды. А у нас с водой проблемы, и это нехорошо. Это дико как нехорошо. Давайте докапывайтесь. Я надеюсь, вы когда-нибудь докопаетесь до этого. Как только они докопаются до этого, и я получу бличстоун. Зачем, кстати, эту штуку поставил? Это, я думаю, понятно. Итак. Так, пока есть электричество, наверное, давайте поднимем здесь приоритет на девяточку снова. Надеюсь, да, ломаете. Это можно отключить. Там пока не нужно. Водицу лишнюю. Что там? Показалось? Показалось. Маха 36 стрессует, а Леха почти. Вместо Лехи пойдет Маха следующий у нас, да? Так. Еда у нас потихонечку кончается. Это меня немножко напрягает. Ну да ладно. Вот у нас, наверное, Леха. Все, Леха. Вместо Лехи Маха идет. А Леха у нас идет чисто. А он даже еду не может готовить. Очень плохо. Ладно. Маха идет отдыхать. Давайте, давайте, я вас верю, вы сможете. Мы почти что дорылись до бличстоуна. Этого, конечно, еще долгое время будет, но тем не менее, почти. Так, 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 так. 55-й день. О, уже 55-й день, нифига себе живем. Нормально так живем, выживаем. Что у нас по кислороду? Да, у нас очень многие гидрогены, которые мы скоро начнем выкачивать уже. Я надеюсь, у нас с этим все будет хорошо.
40%. У нас Жека стрессует. Да ничего, мы их потом позаменяем. Виталий, Леха. Виталий, Леха отдыхает. Это, а, подожди, или Эльвира. Эльвира у нас 24, да, стрессует. Нормально, нормально. Потом, наверное, вот Леха сейчас... А, Леху, наверное, Леха не может. Виталия. Это Виталия? Виталия в туалет погнал. Вот Виталию... нет, это Эльвира. Виталия... Виталию, может, на еду поставить? Слушай, давайте Виталию на еду поставим. Виталь, давай ты будешь чисто еду у нас делать. Почему бы и нет? Потому что, ну, как бы нам нужна еда. Я не уверен Виталию. Виталия может как бы ее больше есть, чем производить, но... Не будем, от грустным, наверное, да? Будем надеяться, что Виталия, ну... Да все будет нормально. Так, не хватает ресурсов. Ну, блин. Ресурсы будут, главное, добудьте мне их отсюда. Так, все, последнее. Тут пошло-поехало. Поднятие, хлорида. И мне нужно, очень нужно, чтобы вы мне добыли это и это. Да? Можете даже вот это даже добыть. Чпок-чпок. Ну, я думаю, вы сами знаете, как это добывать. Я не буду вам указывать, как это делать. Вы сами знаете, как это делать. Так, и тем временем, кстати, можно немножко прорыться сюда будет, чтобы лишнюю воду добыть. Да? А, нет, вот почему можно воду слить. Давайте даже вот так вот сделаем. Да? Лишняя вода не лишняя, как говорится. О, уголек пошел. Во, бличстоун. Бличстоун! Ей, у нас появился бличстоун, по идее. Вот он. Но мы его не добыли еще, да? Вот это не надо. Так. Вот, Cancer Building, нормально. А не, хотя надо, надо. Да кому я вру? Кому я вру? Мне очень нужна здесь лесенка, потому что они это сейчас уничтожат, и вы не сможете никуда допрыгнуть. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Так, 49 у нас снова повышается немножечко, да? Но это, считай, повышается только из-за двоих. Так что не паримся пока что. Потом поставим, все будет у нас нормально. Нехватка ресурсов. Да, я в курсе, что нехватка ресурсов. Сейчас будет все. Они потихоньку сейчас поразламывают, и все у нас будет замечательно. Вот, видишь, видишь. Ресурсы ломают, и потихоньку появляется. Опа, кто? Маха. Вместо Махи у нас идет Жека. Жека, иди, там тебе Маха нагрела, короче. Нагрела массажерный стол. А, так, Маха у нас делает все. А Жека у нас делает ничего. Нормально. Я считаю это восхитительно. Я считаю это шедеврально. Так, вот здесь, наверное, надо все-таки поставить приоритетик аж сюда, вот так. Потому что эти ресурсики нам очень сильно понадобятся. Так, 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 понес... О! Жучочек этот прям делает нам дофигища нужное дело. Он прям слайм нам подгоняет сюда. И водица лишняя сливается, которая на самом деле нифигашеньки не лишняя, да? Можно будет, наверное, вот здесь еще прокопаться. Можно... А ну, подожди, мы отменим. Может, у нас тут есть к чем заменить это все. Нам же нужно, получается, трубы. Да, насколько я понимаю. Только трубы нам остались. Приоритет девяточка на них. А, девяточка есть. Так, и по идее у нас все. Все, электричество есть. Давай, давай, жук, 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 нормально. Потому что я смотрю, тут гидроген подходит немножечко неприятно, невкусно так подходит к нам. И будет скоро у нас вонять, вонять будет, вонять. Ой, тут даже голубой оксиген, или мне кажется, он реально голубой какой-то. Прям светлый, нет? Или мне уже кажется так. О, хлорин тут поднялся как, а? Так, а что у нас здесь? Есть, есть возможность. Yes. Давай-ка ставим эту штуку вот сюда. Я надеюсь, к ней не нужно электричество подгонять. Я ой, как надеюсь, что к ней не нужно электричество подгонять. И давайте приоритет девяточка. Я сколько о ней мечтал. Это ж капец, сколько я об этой штуке мечтал. Кстати, электричество... Ей не надо электричество, а вода? Ей не надо вода, господи, ей ничего не надо. Это восхитительно. Я сейчас заплачу. Отчасти. О, 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 пошло, пошло, пошло. Сори, 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 сори. Пошло. Пошло, сори, сколько.
Оно, по идее, нам вырабатывает электричество. Сколько оно электричества вырабатывает? Не скажу, потому что хрен знает. Тут, по идее, должен индикатор подниматься, но... Почему мне кажется, что, типа, пропускная способность одной трубы недостаточная? Так, Айдл. Эльвира. А Никита... Никита вместо Эльвиры идет. Никита, Никита... убираем тебе все. Эльвира, вот так. Блин, а что если... Сейчас идейка появилась. А что если я каждой этой штуке... Блин, не хочется ресурсы тратить, но почему мне кажется, что пропускная способность трубы недостаточно? Мне реально кажется, что пропускной способностью трубы недостаточно, типа. Он сам себя затормаживает. Но мы же все равно вырабатываем электричество, по идее, да? Или нет? Во, сейчас построим. Интересно просто. Теперь мы типа моем руки, да? Есть желающие помыть руки? Что такое? Туалет сходил. Хм. Так, еда есть. Вода тратится только на туалет, да, у нас? Так что нормально, на самом-то деле. Вот, и, кстати, моя задумка с кислородом подействовала, видишь? У нас он закупоривается здесь, чтобы не уходил вверх. Нормально, нормально. И гидроген. Гидроген высасывается. Шикозик. Даже у нас эта штука нужна не для электричества больше, да, а для выкачивания гидрогена как такового. Это замечательно, это замечательно. Можем сейчас включить на ненадолго вот эту штуку. Чуть-чуть так, да? Включите мне, нет? Или не включите? Нет? Так. Кто-нибудь? Anybody? Anybody? Никто не хочет его включить, нет? Пожалуйста. Чпок, готово. Так, сейчас повырабатываем голубой кислород. Он будет ли вообще прям голубой-голубой? Вроде да, смотри, аж такой, бирюзовенький, бирюзовенький прям. И от этого гидрогенчика станет больше, по идее. Но это не точно, как говорится. Нормально, нормально, нормально. Можем даже, наверное... Оп-оп, смотри, гидроген, гидроген, он прям оп-оп-оп-оп и уходит сюда. Хорошо, хорошо, все, можно отключить. Воду не хочу тратить. Окей, какая наша главная задача теперь? Давайте сливать воду отсюда. Отсюда сливаем воду, она нам здесь не нужна. Давайте, наверное, вот так, вот так, вот так. И вот это ломаем. Не, ломаем, господи. И знаете что? Давайте, наверное, сделаем плантации. Какой 57-й цикл? Жека позадумался насчет плантации. Это же просто восхитительно. Это же просто невероятно. Сливаем отсюда воду, она нам здесь не нужна. И потом... Кто? Кто? Жека. Жека, ты не устал, да? Вместо Лехи. То есть Леха, допустим, идет вместо Жеки, наоборот. Окей, Жеке, включаем все. Лехе отключаем все. Давайте. Всегда должны отдыхать. Надо об этом не забывать. Что у нас, кстати, с Виталией? Виталия? Виталия, сколько ты... Виталий не устал. Виталий, а что? Нажимает только на одну кнопочку, он не устал. Можем заявить честно, Виталий не устал. Это хорошо. Это замечательно, это превосходно. Потихонечку они заменяют мне. Строят, да. А этот парень вообще офигенный. Он поглощает, считай, вот этот контеймент. Короче, очень загрязненный воздух. И вырабатывает мне восхитительненький. Кстати, вот скоро электричество кончится. И тут на нуле. И тут вроде идет. Не, хорошо. Идем на самом деле неплохо. Я считаю, что реально неплохо. Даже вот эти штуки больше нужны не для выработки электричества. Они его поглощают нехило так, да? А для убирания, непосредственно убирания этого, получается, вот, ну, неприятного этого запаха. Это нужно. Это нужно иногда. Это иногда... Опа-опа-опа-опа. У нас новый человечек. Новый человечек. И это Виталя. А что? А, он не знает, чем занят. Господи, я думаю, что, ты же вроде не отдыхал. Не знает, чем занят, потому что электричества нету. Нету, да? Не знаю, ну, сейчас все будет. Сейчас они мне все позаменяют. У нас еда есть.
ничто не нуждается пока в электричестве в таком диком, прям нужном размере, большом, огромнейшем, так что нормально. Скоро начнем проламиваться вот сюда. Да? Кстати, вот. Ну, водиться, кстати, да. Водиться сейчас будет. Водиться сейчас будет у нас скоро. Меня напрягает, конечно, что они воду очень сильно берут отсюда сами. Вот это меня напрягает. Они очень воды тут много. Кто? Никита. Никита. Мах, пойди отдохни вместо Никиты. Хотя вот сюда даже можешь пойти, какая разница. Зачем тебе далеко идти? А Никита. Никите включаем, наверное. Ну, да, все, включаем, короче, да, не паримся. Я включу, все, я включу, не? Мне показалось, я не кликнул. Да, я не кликнул. Я почему-то не кликнул, и это меня немножко, да. Ладненько, продолжайте это все творить. Так, электричество тут включили. Блистол. Нормально, нормально, нормально. Что у нас здесь? Ничего не светится, да? То есть водица у нас... Ну, тут не так уж и много, кстати, тоже воды. Сейчас мы отсюда спустим воду. У нас будет откуда набрать на какое-то время воду. И мы что будем делать? Мы, наверное, будем задумываться, как... В следующей серии, да? Как поставить сюда на дно непосредственно насос. И высасывать его куда-нибудь вот сюда. Ох, это будет... Или... И зачем, слушай, мне сюда его высасывать? Я непосредственно сюда его буду вкачивать, да? Я считаю, это гениально. Мне не нужно ничего придумывать. О-о-о, пошла водиться, пошла водиться. Все, вот это, наверное, откидываем. Замечательно. Водица прям полилась. Полилась воде. Ой, слушай, тут дофига воды. Хоть бы не вылилось мне через край. Хорошо, хоть я вот эту штуку здесь поставил. Окей, давайте замедлим все это дело. И у нас все на самом деле неплохо получается, ребят. Я очень безумно рад, что мы выживаем уже какой 58-й цикл. Это неплохо. Это неплохо. Пока вода есть, мы живем. Вода кончится, и мы немножечко умрем. Так, тут вода набирается. Может, стоит, кстати, сразу вот это сломать. Ну, что сюда потом идти? Что сюда потом идти, да? Я тоже так думаю. Идти сюда будет незачем. Так, так. А, вот это еще отменим. Девяточка? Девяточка, да. Чтобы сломаем, и водиться будет у нас везде тут. Замечательно. Что у нас здесь? Можем? Можем. Раз мы здесь, сделать вот так. Чисто с базы все уберем. Чтобы у нас чистенько было, попрятненько и красивенько. Вот так вот. А на этом мы, наверное, можем немножечко закончить. Заканчиваем серию на том, что у нас пока что все на самом деле неплохо. Да, пока у нас все неплохо, предлагаю на этом закончить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, господи, кто? Леха, Леха, не паникуй-то так. Тридцаточка, у Эльвиры. Эльвира, иди отдохни, иди отдохни, а Леха за тебя все сделает. Леха вообще парень хороший. Ты зря так, Эльвир. Иди отдохни, и все будет хорошо. Флудинг. Кто? Что? А, затоплено, да. Ничего страшного, что она затоплена. Ничего в этом большого страха нету. В туалет кого-то приспичило. Лишние ресурсы не лишние, как говорится. И, о, замечательно. Смотри, как гидроген высасывает прекрасно. Оп-оп-оп. Для этого нужно бличстоун. А для него нужен бличстоун, но тут пишут, что типа он, наверное, есть или фиг знает. Я непонятно мне это, конечно. Я, кстати, ни разу не видел, как он... Я знаю, как он должен работать. Там типа язык вылазит, и он облизывает руки. Это, конечно, не очень круто выглядит, я знаю. Но, тем не менее, это лучше, чем постоянно мыться. Это не очень круто. Кстати, вот сейчас вода сюда подойдет. Мне интересно, она выльется или же нет? Опа, опа, опа. Смотри. Смотри, что здесь. Вода пока не выливается. Слушай, а давай... Кто у нас там? Леха. Лех, короче, это... Давай-ка ты будешь у нас только... Не, не Лех. А, Леха, да. Билдинг, а ну. Займись чисто строительством. Ну, ну как, не знаешь. Ну вот, допустим, я... Твою Макиавелли. Твою Макиавелли. Чё я наделал? Я думал, тут нет воды.
Сейчас вся вода вытечет. Леха, давай, строй быстрей. Фу. Фу. Да, слил я, конечно, воды, но немного, но тем не менее слил. Я не подумал, что здесь вода есть. Я даже не увидел, если честно, что там вода есть. Но слил немножко водицы, да. Так, вы меня там сломаете, чтобы вода набралась? Да, эта штука не пропускает воду. Или пропускает, я что-то не понял. Мне показалось. Оу, сейчас еще больше воды налетит, да? Слушай, может я зря это сделал? Так, а пока... Блин, ну ладно. Хорошо. Так, все собрали. И мне все тут собрали, да. Close door. Закройте мне эту дверь. Она мне не нужна. Ну, что я могу сказать? Мы замечательно себя повели. Мы сделали очень многое, и она пропускает, походу. Походу, эта дверь все-таки пропускает воду. Стенка, точнее. Но очень слабо, но может пропускать. Давайте, наверное, вот эту штуку поставим. Да, вот эту штуку сюда поставим. Куда побежал? Я хочу, чтобы ее... Ладно, автомат. Давай, давай, поставь. По идее, она не будет открываться, потому что там за ней... Ну, блин, это будет как просто... По идее, она закроет, да? Ой. Так. Тебе норм там в жиже этой купаться было, да? Так, и переработка... Так, кто? Эльвира? Эльвира у нас что? Короче, надо, ребят, заканчивать, а то я улегся, у меня слишком много заданий, слишком много интересностей, и все это мы будем уже делать в следующей серии. У нас вроде бы и с водой вроде пока нормально все идет. Кого я там должен был отправить? Виталий, иди отдыхай. Виталий, иди отдыхай, вот. Я же правильно сделал, да? Да, я правильно сделал. Окей, на этом мы сегодня закончим, ребят. В следующей серии мы что сделаем? Может, будем... ну да, мы будем прорываться вот сюда и ставить здесь генератор, высасывающий вот такую помпу, которая будет перерабатывать нам больше. Да. А на этом мы сегодня закончим. Огромнейшее всем спасибо за просмотр. Впервые на канале, конечно, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, в группу в Стиме. Много всяких есть ссылочек в описании. Вы просто загляните, там реально полезная информация. Она вам всем сильно пригодится. Всем удачи, до скорого и не затыхайтесь. Дышите полной грудью. Всем удачи, до скорого. Пока.